О, здрасте, девушка. Вот такая красивая. Ну тоже 19 лет, по-любому. Не уходите. Нет, ей 18, я думаю. 15. Вот мне интересно, а улыбнулась, улыбнулась, 18. 18, да. А мы не можем. 26, ребят. Ты шутишь. Да ну нафиг, что ты ешь на завтрак, обед и ужин? Мы тоже хотим так хорошо выглядеть. Вау, да ты наша красотулька. А почему у нас не получается так хорошо выглядеть? Мы тоже. Может, у тебя гены? Я ж не знаю. Может, у тебя гены хорошие? Подожди. Может быть. А ты из какого города? Харьков. Да ладно, я был в Харькове, правда, один раз. Ну так это прекрасно. На метро катался по жетонам. О, у нас уже давно жетонов нету. А что у вас? Срань какая-то бумажная. Я в принципе и предполагал. Ну да, вы откуда? С Бруклина. Прикольно. Бомжуем в Бруклине. Вот Сисун, кстати, пишет, что... Закрывайте свой эфир. Этот контингент, мне казалось, что это больше. Сисун пишет, интересно, молодежи 20-25, а попадает 70% старичков под бухами. Но получается как? Кто сидит вечером, да? Либо молодежь, либо пердунцы. Да. Те, которые средний возраст, они что? Либо они ублажают своих жен и выполняют супружеский долг, либо они укладывают детей. Да. Все очень логично. А ты детей уложила? Нет детей. А муж? Нету. А мы сегодня нет ни тени мужа, ты знаешь, что нам. Так ты не пойму, сиськи? Ты же. Не, ты нам сможешь сиськи показать? Подожди, ты что, горе заливаешь вином тогда? Не, я просто отработала 11 дней подряд. Честно, ты мне тут заебало. Ты шутишь, а кем ты работаешь? Не хочу говорить. По-моему, она разведчица. По-моему, она убивает людей. Она разведчица, точно. Да я бы с удовольствием грохнула всех, причем подряд. Вот наш человек, я да, такой да. же, понимаешь? Я ненавижу людей. Ну перестань, ты что, работаешь в скорой помощи, что ли? Нет, я продаю тапки. Что? Но это временно. Что делаешь? Мне еще осталось полторы недели. Что делаешь, мы прослушали? Продаю тапки. А, тапки. А, ну, а почему 11 так. дней? Это Новый год, потому что... Ну, потому что я увольняюсь. И куда идешь? Куда? По образованию, в школу. На корпоратив. А, ты училка? Я бы хотел... Младших классов. Я бы хотел быть твоим младших классов это классно. Я детки бы такие твоим... хорошие, все когда маленькие. Я бы хотел быть твоим учеником, чтобы ты меня совратила. Это так мило. Мне кажется, ты могла бы совратить ученика. Не, на нее не похоже, она видно, что правильная такая. Да? Я все не люблю. Не, все, кто очки одевает, они нет, все... Нет, очки такие, это прикрытие, я уверен, она не такая. Она очень секси. Я просто слепая, поэтому очень как-нибудь хожу. Не, тебе очень идут очки эти. Тебе вообще не просто твои, ты как родилась. Да, да, тебе вот очки, это твой конек. Они спасибо, тебе очень-очень подходят тебе. Но все же, я все же предложил выпивать с бокала вино. Нет, ну а зачем? Это лишнее. А зубы? Нет, это рад. А зубы поберечь надо. Стакан потом мыть надо. А вот она, видишь, культурная, культурная. Стакан у нее на запасе. Вдруг придет какой красивый жених, она такая... Да не, мне надоело наливать просто. Смысл, если можно взять бутылку и пить. Ну, правильно. А меня видят только коты. А можно еще шурнуться, так вообще быстрее. Ты перестань, ты такая хорошая девочка. Не, я уже все, я уже завязала с этим. Отширяла. Завязала. Это наша подруга. Как мы тебя пропустили всю жизнь. Она завязала. 26 лет. Как мы 26 лет жили без тебя? Ну. Я ж не знаю. Прикинь, когда мне было 10 лет, она только родилась. Была маленькая, этот как его, кричала. И ты в свои годы до сих пор с бутылки не пьешь, а она уже... Она меня опередила. Фигачит. Она меня опередила. Смотри, ну давай вот прям сразу вопрос. Будем объективным. Сиськи мы сегодня не увидим, да, стоячие? Завтра? Вообще не по той части. А, они не стоячие? Я не по сиськам, братан, я не показываю. Я ржу с людьми тяжело. Почему? Ну у тебя сиськи стоячие или нет? Так это ж не твое дело. Не, ну понятно, что не мое дело. Ну просто мне ну, так, для статистики. Ну пропустим эту тему, оно тебе не надо. Ну все, тема сидит не раскрыта. А почему так вот, почему замалчивается? Я вот у девушек спрашиваю и замалчивается тема сисек. С чем связано? Ты же как учитель должна знать, вот, например, ученик третьего класса говорит, там, как тебя зовут, кстати, ты не представилась?
Ну как тебе обращаться? Как я... Я много имен. Ну любое, дай какое-нибудь, по которому ты хочешь, чтобы мы тебя звали. Жемеля. Жемеля, а отчество? Рамазановна. Вот, например, да ладно, ты еще и татарка. Жемеля Рамазановна. Вот, например, ученик третьего класса спрашивает. Жемеля Рамазановна. Дагестанка. Жемеля... Дагестанка в Харькове, прикол. В Дагестане не жемели. Ну, в Дагестане... А, ты русская, у тебя мама, да, наверное? В Дагестане не жемели. Украинка, а папа дагестанец. Мама украинка, а папа дагестанец. Ну да, ну Жемеля это не дагестанское имя, это казахское, она тебе в глаза сыт. Это вот. Арабское имя, брат. Ну, принято у нас, оно не в Дагестане, а среди казахов. Оно может быть имеет оригин, как ты сказала? Нет. Ну что нет? Джамиля это арабское имя. А, Джамиля. Мне казалось, ты сказала Жамиля. Ну неважно. Жамиля, как Джамиля. Ты сказала? Джамиля. Джамиля Рамазановна. У тебя Кадырова. Ученик третьего класса тебе задает вопрос. Джамиля Рамазановна, почему тема сисек замалчивается? Что ты бы... Потому что ты еще маленький. Ну я не маленький. Правильно ответила. Достойно. Сейчас покажи мне что-нибудь. Только сейчас понял. Что-нибудь я тебе покажу. Давай. Зонировано, спасибо. Вы одеты как из рекламы конфеты ММС. Не понял? Говорит, только сейчас понял, Роман, что мы одеты как из рекламы конфеты ММС. Как видишь, как классно. О, смотри, сиськи на подходе. Я что-то пропустил? А нахер вам смотреть на сиськи? Вы что, сиськи никогда не видели? Ну, стоячие все реже и реже. В основном уши спаниели. Знаешь, так раскрываются и все. Да, а вот чтобы 26-летний, кровь с молоком, такого нет, нету. Ляна, смотри, заерзала на диване. Может, хотя бы одну? Давай пойдем на понижение. Жемеля, давай пойдем на понижение. Давай не две, одну хотя бы покажи. Одну. Тебе одну сиську показать? Да, вот одну можешь показать? Две, ладно, я понимаю, это перебор, но одну покажу. Ну хорошо, ладно, две не буду, одну покажу. Давай. Согласен? Ну подожди. Согласна. Ну, пошла сосиска, она возьмет или же что-нибудь. Ну да. Но она спортивная, занимается. Да, спортивной. Видно у нее топик, видимо, спортивный. Да, вот они, украинки с Харькова какие. Так папа у нее дагестанец, хеллоу. Ну, короче, я не знаю, увидишь ты или нет. О, какой классный котик. Так это кот. Ну, как бы там сиськи есть, в принципе. Так это же кот. У нее. А это она... кошка. Ну, мы же не обсуждали, какие сиськи я тебе буду показывать. А видишь, она еще такая... Она смышленая, она училка третьих классов. Толковая. Учитель третьих классов, это тебе не хухры-мухры. Толковая. Толковая жинка. Какую? 165. Чтобы ты нам все это говорил. Я просто думаю, а что если... А ты вот не думаешь, что сейчас вот сидишь, хлыщешь вино, кто-то тебя смотрит? Да, а кто-то тебя смотрит сейчас, например? Нет, я тебе сейчас скажу, подожди. Сейчас, конечно, немного, всего 366 человек. Всего лишь. Всего лишь. Но в записи может в теории 1003 посмотреть, скажет. Так, вот учитель в город Харьков, школа 156. Показала нам кошку вместо сисек. Хуярит вино с горла. Вот она будет учить наших детей. Давай тогда с тобой договорим. Я тебе больше скажу. У нас как бы родители есть такие, я уже знакома со своим классом. Которые тоже хуярят? Хуже. Я теперь не знаю, как одной мамочке в глаза смотреть, потому что я увидела ее, в чем мать родила. Вау. Ну, как бы да, но получилось так, что я все уже ищет себе мужика. Не, вот, не вы, собственно говоря, крепко. Выставила фотографии своей. Ты глупая. Старая там, фу. Ужас. Угу. Это прикольно, это чё? Ай, так что ты ищешь нормально? Ну да, чё? А, кстати, все учителя бухают, чтоб ты знал. Да, это мы знаем. Да, это мы знаем, да. А сиськи показывают? Ну, вот. Ты можешь за учителей сказать все, что они делают? Бухают, курят, что еще? Шпилятся. Ну, шпилятся, да, но это с котами. Нет, с учителями физкультуры. Они занимаются почкованием. Почкованием. Она знает толку, смотри. I know, наша учительница. Но на самом деле, как бы, учитель — это самая пьющая профессия, я так понимаю. То есть ты заранее себя готовишь? Печень тренируешь, да? Нет, я просто работала в школе уже, поэтому я знаю. Ну да, да, у меня подружка работала в роддоме, она тоже бухает каждый день. А там по-другому
не сможешь. Да, там очень большой стресс на работе, они пьют просто каждый день. Ну и плюс, ко всему, зимой отключают в школах отопление полностью, а ты как бы туда ходишь. Ну и надо как-то согреться. А, так ты прям в школе будешь квасить? Так они и так в школе квасят. Не знал? Нет. Ну теперь знает. Теперь знаю. Весь YouTube. Сейчас, подожди, мы с тобой пообщаемся подольше, узнаем больше. Узнавай, я же не против. Ну вот видишь, там получается и найдешь свою половинку, потому что, знаешь, от алкоголя до прелюбодейства один шаг. А ты будешь... Не, ну надо шмеру ставить. А ты будешь... А ты будешь прелюбодействовать с учителем физкультуры? Ну если он будет симпатичный. Дурак, что ли? Это же алкаши все. А, если молодой пацан с университета. Не стоит, да. Какой дебил пойдет работать в школу? Почему дебил? Ну, слушай, почему? Если... Нет, ну... Либо дебил. Не, ну, смотри, он, например... Ну, отчасти она права. Не, ну, смотри, он, например... Нормальный мужик. Послушай. Смотри, я просто когда училась, я тебе расскажу. У нас был мальчик один. Давай. На 90 человек. И он был мальчик. Голубой. Нет, он был чернобыльский. Причем и в прямом, и в переносном смысле этого слова. А, то есть писем оттуда, не стоял. Да. Ну, какой там весь страшный был. Смотри, чувак закончил, например, физ этот, физическую эту тему. Пошел полдня работает в школе, полдня где-нибудь там в охране, чего нет. И шпилит учивают молодых вот таких. Красиво. Да. Кто шпилит, я тебя прошу, господи. Ну кто тебя сейчас шпилит? Там бедные мужи. Кто тебя сейчас шпилит? У меня просто знакомый. Трудовик. Трудовик, а, ты с трудовиком, я понял. Будешь. Слушай, это не важно, я тебе просто рассказываю. Слушай, важно. У меня знакомый работает с трудовиком в школе. Любитель нирваны. Ну и в общем, бедный пацан, его скидывают абсолютно все. Хотел бы. Типа он один мужчина в школе, там все дела. И всю мужскую работу выполняет он, бедолама. Мне его жалко. Горемыка. Не, я не был на концерте Foo Fighters, и мне не нравится эта группа. Почему? Я считаю, что они выезжают на курс. Говно. А какую музыку ты слушаешь? Да. Я люблю Нирвану, Оззи Осборн. Ой, я люблю. Давай, хочешь, я тебе... люблю. Хочешь, ты назовешь три песни, я их сыграю на гитаре, ты мне сиськи покажешь. Каких песен? Из Нирваны. То есть сиськи она готова таки показывать? Ну, а что ты думаешь? Нет. Одну сиську. Одну сиську. Во всяком случае, свои. Ну, свою одну сиську покажешь. Нет. Не вариант. А что такого? Что не вариант? Ну, потому что это бред. Сколько народу видел твои сиськи за жизнь? Кроме трудовика и физкультуры. Да. Ну, там, ладно, понятно. Мам, папа, мы. Там сколько там уже... Больше никто. Да ладно, 26. Не, я украинок очень сильно люблю. Бля, тигрёнок, классная. Украинки — это все наши подруги. Ну и в итоге ты рассказывала, ну. Киша люблю. Арию. Чижа люблю. Алису. Ты еще играешь на электро гитаре. Не вообще классно. Давай. Вначале сиську, потом музыку. Потом письку. Нет. Вначале сиську, потом это. Ну ладно, давай, я тебе тут. А ты можешь чуть-чуть гриф больше в камеру, чтобы я видела, что ты нажимаешь, как так ловишь? Я не могу, у меня камера встроенная в компьютер, я не могу ее наклонять. А, оно не получится, да. Напишешь мне потом аккорды, которые ты играешь. А ты умеешь играть? Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, пытаюсь освоить гитару. А, и гитару знаешь, да? Ну, пытаюсь, во всяком случае. Молодец, ты молодец. Я просто тебе могу вот такую гитару подарить. Ты молодец. Но опять же, только в обмен на сиськи. Короче, этим миром движет секс. Да какой секс? Сиськи и все. Сиськи и письки. Харьков, школа, музыка. А ты петь умеешь? У меня голос есть, но он не поставлен. То я на хор не ходила. Иными словами, у тебя нет слуха. Это то, что ты мне пытаешься. Нет, сказать. У меня есть слух. Давай, какая нота? Но я не пойду. Какая нота играет? Я слышу твою ласку. Что за нота? В общем, гитара расстроена. Нота. Ну, аккорд какой я играю.
Сейчас, подожди, у меня включится прожечка моя. Ну, правда, здесь может быть задержка, я не знаю, потому что у меня сейчас в компьютере очень много всего включено. Я хотел еще акустику взять. Ну, мы не знали, что попадем на меломанку, да, как ты. Да, да, на да. На человека, который закончил все-таки музыкальное учреждение. Меня вот выперли, потому что я ржал. Меня выгнали, сказали, что ваш ребенок... Не, меня заставляли играть, я не хотела, жутко не хотела играть, потому что... Меня заставляли играть Бетховена, там, прочую херню, которая неинтересна была мне в том возрасте. Да, да, да. Ну, ты идешь на музыку, все ребята играют там арию. Вот, 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 то же самое. А ты идешь играть «Лебединое озеро», сонату, как пацан именно какой-то. Да, это ужасно, я помню, ага. Да, но я когда выпустилась, я вообще не подходила к инструменту. А потом начала скачивать ноты, и уже играем как бы сам. Что-то сегодня будет. Держись, соседи. А соседи через полчаса начнут стучать, все начнут играть. Что начнут? Стучать по батареям. Так у нас-то еще рано, нас не будут стучать. Тебе гитару слышно или нет? Да. Молодец. Хорошая девочка. Нирвану, ты говоришь, слушаешь? Ну, какую Нирвану, песню? Ну я люблю песню. Нирвану. Да, какую песню? AC/DC не люблю, да. Сейчас. Думаю, несложную. Come. Что? Come as you are? Да. Давай сиську. Давай, играй. А, Мэнс, знаешь, слушаю. А, Мэнс, давай. То есть, короче, если бы я приехал в Харьков, то ты бы мне дала, да? Нет. Ничего себе! Только по буклу? Потому что дали, зря тащили гитару, там выключают эту лавочку. Как ты говоришь, только по буклу бы, да? Ну, чисто прибухнули бы и все. А, и все? А как такой талант? Я понимаю, кому ты бутон держишь? Ты знаешь, сколько у меня знакомых талантов? Сколько? Веди их все сюда, с ними хочу познакомиться. Сейчас мы всех наковыряем. Окей. Элементарно набери в инстаграме седой кот. Кого набрать? Найдешь. Кого? Седой кот. Это ты? Седой кот? Да, это не я, это мои дружбаны. Они мне в принципе говорят играть на клавишах, но я не хочу с ними играть. Там Витя постоянно все хочет подстроить под ля минор. Витя? О, ля минор? Что? А это самое элементарное, это же самое элементарное. Ему проще всего так петь, понимаешь? Так козел этот Витя передай. Да. А мне приходится транспонировать другую тональность, то есть ля минор, абсолютно все песни, которые он хочет играть. Ну в какую? А какая твоя тональность? Я не пою, я тебе еще раз говорю. То есть если ты мне дашь ноты, я буду играть все, что ты мне дашь. А что седой кот? Тут у него, смотри, у седого кота всего 292 человека за ним идет. Ты набери Чиж Нью-Йорк. Подожди, стой, покажи, это не тот. Вот седой кот. Это не он. А-а-а. Сейчас. А где ты сидишь, на кухне? Да. А мы на кухне сидим. А что, родители спят? Их нет. А где они? Там. Там это где-то где? Там. А ты с родителями не живешь? Нет. Поскандалила? Mm-mm. Так сколько у него фолловеров? Я не вижу, скажи, сколько у него фолловеров? Что такое фолловер? Подожди, ну, подписчики. Подписчики. Сколько у него подписчиков? А, господи, сейчас. 717. А, ну он меня обогнал. Я не знаю, как тебе его показать. У меня 607. Подписывайтесь на мой инстаграм. Чиж Нью-Йорк. Как можно быстрее.
Давай тебе еще две песни из Нирваны, и ты мне одну сиську. Не. Плиз. Какая твоя самая любимая песня? Будь ласка. Да, будь ласка. Какая твоя любимая песня из Нирваны? Самая любимая? Да. Ну, три самых любимых песни назовем Нирвану. Три самых любимых песни. Ну, Come As You Are, It Blue и... Если бы у меня были сиськи, я бы заказал песню Little или Something in the Way. Песню what? Lithium или Something in the Way. Ну, сейчас мы все сделаем. Короче, In Bloom, да? Да я вам покажу сиськи, перестань. Сиську она нам не показывает, ты ей спой и сыграй. Деловатый колбаса из Харькова, я посмотрю, слышишь? Я не умею петь. Короче, там попросили, говорит, если были бы сиськи, я бы пока заказал песню Lithium и Something in the Way. Но может быть сейчас... Я могу вам свои показать, не переживай. Я могу Lithium сделать. Something in the Way, там надо гитару перестраивать. Он же играет ее как-то странным образом. Я так, сейчас. Знаешь, у Курт Кобейна, у него некоторые песни были, что он шестую струну из ми на ре перестраивал, у него там определенный стиль игры был. Нет, ты знала, буду слушать. Мне вот это нравилось, мне песня. Мне тоже. Все, короче, я уже наиграл 100% на одну сиську. Если сиськи не будет, а больше играть. Он наиграл уже и на две сиськи, и на письку, и на попку. Я наиграл на бутылку вина. Писька это... Да вина у нас как говна. У нас вина... У нас вино итальянское разливают вот здесь в соседнем билде. У нас бухла как полугла. У нас это с этим проблемы нет. Сисек нема. Хороших сисек и людей с юмором у нас нет. А может, ну, просто... сорян, по сиськам я не помогу. Ну, может, у тебя их просто нет. То есть ты подписываться на нас не будешь? Вообще нет, доска плоская, два соска, все. Давай сосок хотя бы. Давай показывай хотя бы жопу. Жопу не надо. А, не надо, не надо. Сосок просто покажи один и все. Да нахер у тебя встался? Молодец. Красава. Ты прекрасно жил без него. А вот сейчас жизнь изменилась. Да, сейчас хочу жить с ним. А теперь я хочу жить с ним. Она не будет теперь другой, просто вернее, все. Если ты хочешь жить с ним, подними свою футболку, у тебя там будет точно такой же сосок. Но, совсем не такой. Не, ну я сейчас этот как, я веса набрал, у меня даже может быть такой же. Точно такой же. У меня свисает практически. Ну вот у меня такие же, все. У меня сейчас жена смотрит и скажет, ты че, козлина? Что ты тут устроил? Вертеп какой-то. Что за шоу? А? Ты че, скотина, с бабами разговариваешь? Да, ну я говорю, видишь, они... Которые вино с горла пьют. Нет, я скажу, бабы культурные, они не самые сильные. Да, слушай, мало того, что... Я говорю, мы с тобой только вина выпили и все. Учительница. Это как, помнишь, ты рассказывал? Она остановилась со своего бывшего бойфренда. Говорит, я ж просто остановился. Просто, просто. Шебеля говорит, мы с тобой вина попили и все. И все, просто прибухнули. Блин, надо еще за тобой будет идти, наверное. А ночью он открыт разве алкогольный? Да, у нас это работает круглосуточно под домом. А что за вино? Да хер его знает, это Лилия. Крымская, да? Это же молдавская, что ли? Да нет, вроде. Италия? А хер его знает, честно. Ты что, даже не читаешь, что ты покупаешь? Мальчик сидит в подвале дома и разливает. Подожди, а ты что, ты целую бутылку всадила? Да. И у тебя не в одном глазу? Ну,
Харьковчанка такое. Классная. Ага. Наша девчонка. Да. Ты нравишься людям. А можешь свой как, ну, ВКонтакте дать свой? Ну так пусть она зайдет к тебе на сайт. Да. Найди меня, я тебе сейчас напишу свое имя, фамилию, и ты меня найдешь. Давай. Но лучше, конечно, Инстаграм. Не, ВКонтакте, мы не пользуемся Инстаграмом. Мы Инстаграмом не можем, мы колхозники. А у нас ВК запрещен, я там очень редко сижу. Ну, он запрещен, то есть он вообще не работает? Они запретили, потому что... Ну, у нас Порошенко скотина, взял, запретил. Так подожди, смотри. Ты не можешь вообще или просто запрещено? Смотри. Ну, я могу, если... Джамилят Ходжаева. Можно зайти, но нельзя открыть, ничего не понимаю. Он, короче, через VPN будет заходить. А, окей. Джамилят Ходжаева. Девушка, блин, да, покажи твои сиськи. Я с постыма пойду смотреть концерт Нирваны. Короче, без сисек. Вот тебе подарок с Нью-Йорка. Джамилят Ходжаева. Так ты правильно, ты правда этот, как ты, Рамазановна, да? Да. Что? Не, ничего. А гражданскую оборону не слушаешь? Нет. А сектор газа? Да. Тебе вот Валерик никого не напоминает? Реакция у нее была, это вообще. А Леша, это кто из вас? Я. Это такая женщина, симпатичная. Да. Кстати, фото заряжено на любовь. Доллары и долгое хранение овощей. И большие сиськи. И большие сиськи, так что скачивай. Ставься. Так что смотри, сейчас они начнут расти, будь осторожна. Когда пойдешь за следующей бутылкой. У меня вообще там специально все. У меня очень часто, правда, чем ты занимаешься, там, ну, плаванием, вот, борьбой, еще что-то, я говорю, нет. Ну так реально ж нихера нет вообще. Это все спасибо папе. Почему? Он тебя бил в детстве? Скотина. Он бил тебя в детстве или что? Нет, у них у всех уровни зубообразные. Ну, мы такие. Так давай тебе сделаем сиськи. Это ж недорого. Да. Сейчас только денег есть. В Перу это делается, по-моему, за $3000 делают сиськи вообще там. То есть здесь можешь за пятерку сделать, мне надо в Перу. А там 3000. Ну, такая билет. Так, ты знаешь, сколько получает учитель младших классов в месяц? Нет, скажи. Ну, а куда дети будут смотреть? В твои очки? Зачем она им надо? 4000 гривен. А на доллары это сколько? Это мало. Это $200? В месяц. Фак. Ты при этом заплатишь за квартиру? Тогда просто тебе просто необходимо сиськи показывать. Да. Ты не проживешь. Серый, спасибо. Я из Man Who Sold the World. Нет, посмотри, я на мужик. Ну перестань, ты красивая девочка. Да, сиськи, да. Сиськи. У тебя есть харизма, это тебе компенсирует, да, отсутствие. Может, ты хорошо миньет делаешь, я не знаю. Может, я сосу хорошо. Ну, я говорю, но сыграем лучше. И тут у меня все-таки бок вышел. Что вышел? Бок. У меня, короче, тут сустав стерся, я не могу рот открывать нормально. А так нормально, как раз чтобы... Есть вопрос. Чтобы вы понимали просто, у меня мальчик, он очень сильно любит минет. Очень сильно. Он его делает, в смысле, или любит принимать? Нет, любит принимать, конечно. А я не могу рот открыть, у меня клинит. Я просто зеваю, у меня клинит, и все, я не могу рот закрыть, прикинь. Так смотри, чтобы не откуси ему. Да при чем тут откуси? Я не могу рот потом закрыть. У меня, короче, сейчас капа стоит. А потом мне будут брекеты ставить, прикус выше делать, чтобы понял, что можно нормально было все делать. У меня сустав стерся здесь. Полностью. Почему? Ты слишком много чего-то ела или что? Жвачку жевала? Не, я в бороду получила в детстве. Да.
В смысле? Из-за этого, короче, ну, в прямом смысле. Дралась, короче, мне в бороду дал. С кем дралась? Отчим? Да. С опытом девочка. Так я чувствую, что отчим, походу... Просит сыграть песню... Просит сыграть песню Man Who Sold the World, я бы знаю только мелодию. Хорошее начало. Вот, ну и в общем-то говоря, я лет так 10 назад подралась. Ага. Вот, и он начал стреляться сюда, смутился прикус. И когда я думаю, сейчас уже полегче. Понял прикол? Да, да, да. Да, я бы с тобой не смог, потому что у меня огромная балда, я бы с тобой, мне некуда было бы. Да, у него, ты думаешь, маленькая? Я не думаю об этом, если честно. Что там? Это хорошо. Что у неё думал? Что у её бойфренда большой хер. Она просто с нами не общалась. Да брэш. Здорово, мужики, набухайте уже хуя, пускаем станцует частушки, облюется. Короче, мне охота вспомнить. Я знаю. Классная песня, кстати. Да, да. Сейчас мне надо... А это, кстати, песня не Нирваны, это песня Дэвида Боуи. Дэвида Боуи, да. Да. У него своих же практически не было, он все время чьи-то перепевал. Кого, у Дэвида Боуи? Нет. У кого? Нирвана. Ты что, говоришь? Ну, я, по крайней мере, все, какие мне нравятся, это перепевки других. Что мне нравится. Во всяком случае, намного лучше, чем Дэвид Боуи спел. Да. А еще ну да, лучше, нравится. Блять, такое ощущение, что гитара не строит, короче. Ага, блять. Я вроде бы все настроил. А ну, погодь. Да. Куда ты пошла? Сейчас могу погодить. Бойфренд. Стой. Тренировать челюсти. То бойфренд возмущается. Не, такое ощущение, что она не строит гитару, как будто бы. Хотя все настроено. Кстати, ту гитару... О, смотри, какой кот на меня похож. Ничего себе, у тебя второй кот. Ты кошатница? Да. У меня еще улитки. У тебя больше, чем два кота? Три. У меня еще две улитки. Улитки? Просили все идет по плану куплет. Нафига тебе улитки? А вот эта вот песня. Я первый раз эту песню услышал на украинском языке. Да, на украинском языке. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, на украинском. Так, да, давай. Все не так погано на сегодняшний день. Все погано. Если есть в кармане. А давай «Звезда по имени Солнце», знаешь? Да. Давай ты пой, а я под тебя попробую подстроить. Ля минор. Я не умею петь. Ля миноре. Ну, Харе, давай пой. А потому что рот плохо открывается. У нее рот плохо открывается. Челюсть дали. Надо было уворачиваться. Нет, я просто на хорник вину, поэтому... Давай ты потанцуешь тогда хотя бы. Нет. А, я понял.
Я, кстати, подобрала на пианино эту херню. Давай, что там лобай. Там 4 аккорда. А у тебя есть пианино? Да. Ну, рядом есть? Там. За стеной. Не, серьезно есть? Ну, я верю, если ты играл на пианино, чего нет? А, вот, кстати, песня. Знаешь, что это песня у Нирваны? Блин, ребят, мне надо за сходить. Давай, иди. А далеко? Да, конечно, она там на 2 часа пойдет, там, с бойфрендом. А мы ее тут ждать будем, пока она там рот растягивать будет. Сисун, спасибо тебе. Ну, а у тебя какая-нибудь, может быть, горилка или еще что-то такое есть дома? Какие-то закрома? Да нихера у меня дома нет. Все выжрало до этого, в других эфирах. Да не было с сухозаком. Да. А далеко у тебя этот, ликерка? Не ликерка, а АТБ. Как? АТБ. Что это есть? Супермаркет. А ну, ты, короче, так ты покури сигарету. Ну все, пока. А тебя разнесет. Сигарету покури, и тебя разнесет. Так, я две пачки курю. Нельзя столько курить. Мы не спросили, как ее зовут. Да, твой, если ты мне пришлешь винца, покажешь сиську, можем писать испанское. А, визовый офицер. Да, у меня там как раз ноль. Да, да. Чиж Нью-Йорк, это ноль у меня там этих подписчиков. Так что тебе долго займет, да, эти? Кейт. Ее зовут Катя. Нет, это Джимми. Кейт. Ого. О, я тебя опять вижу. Ну блин, я слепая, я не вижу ни хера. Ой, это хер. Это не смешно. Почему после этой фразы люди начинают ржать еще больше? Ну как? Не видишь ни хера, как ты живешь? Фактит, блин. Давай еще с нами минут 10 посиди. Мы просто уже выходим из эфира, да, мы уже сейчас устали. Да, мы эфир заканчиваем, у нас уже время много, нам надо валить. Давайте я разделю. Я уже не могу. Ну, так а неинтересно, ребят. А? Да мы уже 4 часа стримим. Это неинтересно. Ну может 4 часа, мы не можем столько уже быть в эфире. Где ты была до этого? Где ты была до этого? На работе. Тогда принимается. Втюхивала тапки. Знаешь, есть такое выражение, тебе не в тапки срать. Тогда. А что ты ночью-то так поздно? Да не, она пришла с работы. А ну блин, пока домой пришла. А где твой бойфренд, ты с ним не живешь? В Питере. Что-то тут нечисто. Да, что-то тут нечисто. Бойфренд в Питере. А что, он уехал? Блин, он у меня... Ему надо было туда поехать. Ненадолго. А, то есть он вернется, окей. Mm. Да. А если нет, тогда ты к нам приедешь? Куда? Бруклин. У нас вино. Три бутылки за $10. Красное. Твое любимое. Сколько мне надо времени, чтобы билет купить на это все? Ладно, ребят, вы, конечно, очень прикольные, но я понимаю, что вам уже пора. Не, ну мы 10 минут еще хотим с тобой провести, можем? Вот ровно до 4. И ну, как... Я, короче, покурю и пойду. А ты уже не можешь, тебя губа свистит, да? Да спать пора уже, ну блин. Сколько там? 11, не знаю. 11? Ты завтра что, работаешь? Слава богу, нет. Ну так вот, выспишься. А, караван, я знаю эту песню, вот идет караван. А, так, вот идет караван. Он несет там что-то ганджубас, абаяс. А нашу. Дядя Карен ее поет, но это я не знаю. Вот хатуба, я не знаю, караван. Давай попробуем хатуб караван, что это такое. Хатуб караван. У человека день рождения сегодня, он попросил эту песню. Давай. Посиди с нами еще 8 минут, и мы все вместе расскажем. Тебя отпускаем, красотулька. Да. Окей. Welcome back, everybody, for a really quick video. So I've just been having a few problems with... Караван, хатуб.
Ну да, 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 это дядя Карен. Да, я знал эту песню. Ага, да, да, я слышал тоже. Он несет нам нашу. Не знаю. Па-па-пам-па-па-пам. Хорошо. Вот идет корабль. Ага. Это она там играет. Я думаю, что за звуки? Без хотят верблюды, караваши, али, забивая гостя. Тихо смотри, дом он дать. Она, видишь, подбирает, подобрала тональность. О глазах весь туман. Вот подул урага и разлевает. Артистка. Артистка. Не школа, и надо стендап-камеди. Так, ладно, кусочек поставили. Этот. А ты гитару строишь под что? Под ми? Давайте ми дам, хочешь? Смотри. Вообще. Вот ми. Настрой первую струну под мою, потому что у меня под ми настроен. Я тебе дам этот, как его, тюнер. Строй. У меня есть тюнер. А, ну ты настроил по тюнеру, а что ты не... Ну, штучка, а. Давай, какую песню будем играть? А, ну подожди, сейчас. Давай сектор газа. Ржать, да. Чиж. Я не умею. Зовите Джабилю в спину. Пока что. Следующий стрим. Компанейская девчонка. Аутскульная. Я с удовольствием, Сису. Я с удовольствием. Блядь, надо ногти срезать. Как твоей матери? И чутка протрезвели, да? Не, еще бутылку взяли. В АТБ. Что за песня? Она так вошла в рот. Что? Что за песня, что-то знакомое? Вряд ли знакомое. Нет, точно она миньет любит? Подружка, она, видишь, этот руки к губе? Ты точно миньет любишь? Это все отмазки были, что у тебя там рот не открывается. Нет, я его люблю, я не спорю, но у меня реально с этим проблема. Нет, я тебе серьезно говорю. А ты пробовала за щеку? А, смотри, его? Видишь у нее? А они выправляют, да, зубы? Это чтобы зубы выправляли, да? Прикус. Прикус? А-а-а. То есть ты эту фигню снимаешь, а потом... Хуя. У нас ансамбль называется рассинхрон. Ну что, задержка? Нормально, что практически это странник. Да? Солнышко. Да. Класс, молодец. Молодец. Ну играть, видишь, играть каждый может. А поэтому она сиську не хотела показывать. А я
и сама это могу сыграть, типа. Поэтому я вам не покажу сейчас. Ну хитрюга, ну хитрюга. Типичная училка, типичная. У меня еще пенина есть. Тащи его на кухню. Максимум я могу ну, вот туда отнести. Давай. Сейчас ты что-нибудь возьмешь, а нос уже у тебя сорвется и это самое, отключится. Тем более нам осталось 2 минуты, а тебе вина надо. Ну тебе уже будет не ты так спать, весело. Ты спать, тебе спать пора уже. Да не пора ей спать. Да какой спать, 11 нет еще. Понял? 11 нет. Через 2 минуты будет 11. Я вырубил сразу. Таймер сработает. Ай. Ногти. Давай, давай сектор газа лучше что-нибудь споешь. Я сыграю, ты споешь. Я не умею. Водку я налил в стакан и спросил. Знаешь эту песню? Я не умею. Что есть? Спасибо. От души. Что знакомое? Что за песня? Я хорошо пою, что она прибедняется. Скажи мне, я тебе сыграю. Ля ре до ми. О, тут миньетом запахло, смотри. Она сняла капу. I can't. Нет, мне так проще просто. Без всяких там этих. Штучек. Имблум сейчас будет, я сделаю имблум. Давай, ты играй. Слушай, я услышал, вот это ты играла. Оригинальные аккорды, я играю только этот, как его. Нет. Почему главное это? Чего ты ржешь? Не, ну мы посмотрим. Меня попросили
просили сыграть этот, как его, Эмблум, но я не помню оригинальные аккорды. А это не Эмблум, не это. Я в этом году ездил к дому Курта Кобейна. Серьезно? Да. Блин, я тебе завидую, но правда. Да, я даже видео об этом снял. Зайди на мой канал Чиж Нью-Йорк. Я тебе напишу в чат. Подожди, как? Чиж? Чиж Нью-Йорк. Сейчас, я тебе пишу. Латинскими, будь ласка. Я съездил к его дому в Абердин, а потом был в музее в Сиэтле. Я видел гитару, на которую он играл на Unplugged New York был, который в 94-м году. Блин, я тебе завидую реально, ну просто. Ну да, я сам себе завидую. Чиж Нью-Йорк, там будет типа дом Курта Кобейна, что-то такое вот наберешь. Охренеть. Да. Я 10 лет, больше 10 блин, лет. Блин, у меня даже парень похож был на Курта Кобейна, и я от него просто насралась кипятком. Пока я не понял, что он не Курт Кобейн. Может, он поэтому и сбежал. Нет, а потом я поняла, что он не Курт Кобейн. Да, я когда уже осознала, что он не Курт Кобейн, я сбежала с них. Как-то так, ну блин, ну серьезно. Оп. А слышал эту песню? Сейчас. О, здесь, кстати, песня тематическая. Сейчас поставлю. Давай. Давай песню так. На прощание, короче, и все, и будем прощаться этот. Там мне уже жопа затекла. Мне... Да, тебе уже вина надо взять. Вино, хватит тебе вина, ложись спать. Не шатайся по ночи одна. Я не знаю, слышал ты такую там песню. Там на ПДУ на ТВ. Я не знаю, слышал ты эту песню или нет. Сейчас я поставлю и будем прощаться на ней. Так что, если, тут, если какие-то, кто-то хотел что-то еще спросить, пожалуйста, последние несколько секунд. Сейчас дама будет танцевать. Какой-то симпатичный мальчик. Хочу его открывать. Ай, не знаю. Я такая крутая. Когда выберу. Это про тебя. Это про нее точно. Я вместе с вами покурил. Вы молодой. Сегодня я вас полюблю. Это она точно. Везде сегодня не хозяин, а строго все наоборот. Поехали ко мне, мой зайчик. Классная песня, кстати. Да, да. Тематическая, нет? Нет, у него такая крутая. Серый Пон с тобой согласен. Все тоже очень жалко. Серый пишет, что... Я такая. Это поправится ко мне, не гони. Давай, сейчас напишу свое имя, типа, или что там. Давай.
Сера, я с тобой полностью согласен, Кобейна очень жалко. Ну, слушай. Да, да блин, это барышня убила нахер. Жалко мужика. Не факт. Классный мужик был. Не факт. Я думаю, факт. Никто не знает. Он с ней хотел развестись. Ну, как бы, она не хотела терять бабки, ну, в общем-то, она его хрохнула. Все. Она могла бабки... Слушай, она могла бабки получить и без того, чтобы его убивать. То есть ты здесь не разводишься, ты половину с собой забираешь. Огромные деньги, там, если не больше. Так ты половину, а то все. Нет, ты не понимаешь, нет, ты не понимаешь, там денег было столько, что даже, например, тебе бы и 10% хватило. 10? Да. 1. А е... У меня бы и 1% хватило. Вот я говорю, наш человек, вот сразу, понимаешь, видно. 1% для счастья вообще. А что ты мне такое дала, что это такое? Нехай добавляются. Ну а что это такое? Это имя мое в Инстаграм, типа, я как бы вроде так подписано. В чат? А что это? Так что, написать в чат этот или нет? Людям дать? Да типа напиши, хер его знает, может ко мне кто-то добавится. Так я не хочу, чтобы тебя отбили у меня. Да, кидай. Меня у тебя не отобьют. А, да? Тогда пишу. Мы нашли друг друга. Да. По-любому. Вы смешные. Ладно, все, были рады пообщаться. Все, давай. Все, мы завершаем стрим, давай. Шарькова, привет. Да. Давай, братан. Не балуйся. Пока. Давай, пока. Ржачная девка, да, я не могу. Давай стрим класть. Ну все, уже пора. Да, ребят, ну все, пока. Засиделись, я уже не могу, у меня задница уже. А я тебе говорил, садись на этот стул. Нет. Другой стул на пути, кстати. Anyway. Anyway. Спасибо, что сегодня все открытки взяли. 20 штук разлетелись просто как кленовые листья. Еще бы они закупить. Да. Вот, от души душевно в душу. Вот, спасибо. Спасибо за ваше время. Да, все, счастливо, guys. Bye. Следующих выходных.